Уважаемые друзья, добрый день. У нас, ну, не в таком составе, где-то в похожем. Пару лет назад встреча была. Я сейчас длинных монологов произносить не буду, но, тем не менее, обязательно должен некоторые сакральные вещи произнести вслух по поводу важности и Крыма, и Севастополя, и вот этого места, где мы находимся, Херсонеса, для России, для ее культуры, для ее духовного кода в прямом смысле этого слова. И у нас есть, вы знаете, федеральная целевая программа по развитию и Крыма, и Севастополя. Я не знаю, насколько там, то есть не знаю, знаю, конечно, тем не менее, может быть, мы не так тонко чувствуем, как вы, насколько там учтено все, что связано с духовной составляющей жизни Крыма, Севастополя. Она, где что-то, может быть, недоработали, недосмотрели. Потом там есть ведь федеральная часть, есть региональная, и здесь тоже наверняка жизнь показывает, часто возникают проблемы, на которые не обращают внимания, либо обращают недостаточного внимания, так как думают об этом специалисты. А здесь, собственно говоря, вот такие специалисты собрались. Мы с вами, с Митатовичем, хотели встретиться, поговорить на все темы, которые вас волнуют. Вот, собственно говоря, и весь монолог. Если Дмитрий Анатольевич что-то добавит, пожалуйста. Если нет, то тогда мы перейдем просто к прямому живому разговору. Пожалуйста.